передать слово заместителю директора замечательной библиотеки Машинского, которую мы уже не первый раз собираемся, Анатолию Цапенко, который является заместителем директора библиотеки, он также участник на Википедии много лет, участник ЖАВ. Анатолий. Я очень рад приветствовать участников Википедии, Википедии на нашей библиотеке. Я не буду долго говорить, просто на самом деле, если даже посмотреть на число собравшихся, на качество собравшихся, на молодые лица, которые здесь присутствуют, то эта конференция одна из самых значимых, я считаю, которая проводится в библиотеке. Возможно, со мной согласятся руководство, вышестоящие. Руководство Российской Академии Образования, ну там у нас товарищи такие возрасты за материалы, поэтому они считают, что это они создают знания. На самом деле, я думаю, что настоящие знания создают те, кто присутствует здесь в зале, и те, кто не может присутствовать, но смотрит нашу конференцию или просто редактирует Википедию. Так что вот я от лица руководства библиотеки приветствую этих людей и хочу пожелать, чтобы наши труды не пропадали даром, чтобы работа не прекращалась. На самом деле, как вы знаете, есть определенные трудности сейчас. Я надеюсь, что эти трудности будут преодолены. Так что с открытием конференции всего доброго. Успешной работы. Еще у нас есть несколько зарубежных гостей из братских проектов. Хочу сказать слово Анатолию, Википедия Украины, известному в русской системе, так сказать, Якутии. Добрый день, зашли от лица. Подключить микрофон. Все ваши выступления. От лица Википедии Украины поздравить русскую Википедию с очередной конференцией. Надо сказать, что немножко смотрим издалека на развитие издалека, и одновременно частично берем и в нашем участии в русской Википедии, и во многом она является для нас примером преподавания по подходу к содержанию статей, по качеству организации работы. Это, конечно, есть недостатки как и в русской, так и в украинской, но желаю развиваться дальше, в направлении, которое было выбрано, и достичь успехов, ну, и в содержательном, и в качественном, и в количественном росте, я думаю, что посоветоваться с другими большими крупными языковыми разделами уже вполне спасибо. Спасибо.
отдела на языке Саха Николай Павлов, который от лица Википедии на языке Саха и других Википедий на языках регионов России. Наша конференция объявлена открытой.